Тракторозаводский районный суд продлил на 3 месяца срок содержания под стражей чиновницы, обвиняемой в получении крупной взятки. Татьяна Антонова останется в СИЗО до сентября. Ей грозит срок по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Адвокат просил изменить Антоновой меру пресечения на домашний арест или залог, указав на необоснованность заявлений органа следствия о необходимости применения исключительной меры пресечения в виде заключения под стражу. Но суд решил иначе. С учетом занимаемой должности Антоновой, наличия у нее обширных связей в административном аппарате, находясь на свободе, она может скрыться от органов предварительного следствия и суда, либо иным образом воспрепятствовать производству по делу. Я полагаю, что только указанная мера пресечения в виде заключения под стражу сможет обеспечить ее надлежащее поведение. Напомним, Антонова обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Как считает следствие, в 2016 и 2017 годах она могла получить от предпринимателя Михаила Азаматова больше 2 миллионов рублей за обеспечение контракта по строительству биатлонного стадиона в Златоусте. В деле есть еще один фигурант – директор Челябоблинвестстроя Алексей Абаемов. Он, как считает следствие, мог получить от этого же коммерсанта взятку в размере более 1 миллиона рублей. Абаемов, кстати, тоже под арестом. А вот коммерсант внес 1,5-миллионный залог и сейчас не за решеткой.